Так, а чё, двое? Трое? Дробаш поднял. Хочу сбить его. Опа. Один раз попал, блин. Жалко, что не в голову. Эх. Жалко, что не в голову. Там человек видел только что. Так, и еще один должен быть. Второй запч. Все. Развал произошел тут. 27 дюймов 2К у него. Саш, здорово. За дропами, наверное, поеду. Сейчас скинуть должен. Кинул прям возле города. Офигеть.
А может там челики будут. Нормальный дроп. Мне нравится такое. Еще тачка на Z-ке какая-то. Просто не его день, да? Может, тут еще какая-то пушка будет сейчас? Блин, МКшка бы вообще шикарно тогда была. Нет. Не дал он. Сбрил за 0-1. Ну, так работает пулемет. Что поделать? Таков пулемет. Не видит звуковую карту. Провера, может, не узнаю. Блин. А чел так хорошо едет прям. Не повезло, он в дерево воткнулся. Не вижу никого здесь. Это грустно. Это какой-то файт был. А может, это он уехал оттуда? Типа дропы просто поискать. Он такой, так, я помню, где-то дропы падали тут. Закончил файт в городе и поехал с опозданием. Такое же в теории может быть правильным. Зона у меня. Все с кайфом. Сейчас на вышке просто сяду и все. На дульник фиксанули, да нет? Пацапа 7 бан. Поэтому там хоть его занерфись. Ряску он все равно убирает. А это прям роляет. Тебя пушку вообще не трясет.
И там какие-то файты происходят. Глайдер приземлился у меня. Виктор Альварес. Тут-тут-тут-тут-тут. А, этого я хочу с пулемета убить. Я перебздел. У меня патрон не так много, блин, осталось. Мне не так много патронов осталось, чтобы с ним драться. Это что было? Хорошее попадание? Да что там по нему так не вылетает-то нафиг? Ну один-то патрон залетел, блин. Мерки кончаются. Очень плохо. Надо съездить, наверное, того залутать, да? Да. Это хорошо. Так, и еще одни дропы, да, там упали далеко куда-то. Ну, слушайте, нам в любом случае туда ехать. Поехали, я какую-то МКшку хочу, наверное. Ну, или так, блин. Я готов попадать с АВМ. Вау, сколько третьих касок? ДБС лежит, понял. Спасибо, не надо такого счастья. Третьих касок просто море тут на этом дропе. Слушайте, я уже на ноге тут на самом деле отыгрываю. Так, и тут третья, да? Забрали. А, еще не забрал. И не заберет. Ха-ха-ха. Не заберет. Рона из геймер. Опа. Тоже? С первой?
Виктор, Mint Blast. Непобедный бег у Виктора. Совсем непобедный. Слушайте, это... Блин, этот пулемет, это вообще что-то нечто. Не знаю, имба какая-то лютая. С такой скорострельностью в точку стреляет. Там капец. В упорядок, я не знаю, наверное, и ИП-90 стирает. ИП-90 тоже скорострельность, но тут прям... Из-за того, что еще семерки, урона побольше. Мне кажется, будет стирать. Если хорошо заспрейить. Ваше предположение, вот в упоре что сильнее, ИП-90 или пулемет? Я почему-то думаю, что пулемет. Мне кажется, что пулемет. У меня с города должны идти, по идее, люди. Вопрос только, как они пойдут? Напрямую? Или как-то крутить будут? Я бы вот отсюда напрямую пошел, если бы там в зоне был, вот просто вот так вот побежал бы и все, сюда в лес. Победная хаешка для тебя, мужик. Вот такая заряженная. Оп. Только смоков потратил. Зазря. Так, еще один снайпер. Просто в куст зарегало, если что. Так, и он в кого-то стрелял там. Там где-то еще чел должен быть. А, у него за деревом что? Я вижу. Он его убил. Дал шот. И второй? Нет, он успел пропрыгнуть. Но потом под меня открылся просто. Потом просто открылся под меня. А, у меня сзади еще чел, кстати, только что выстрелил. Смог на мотоцикле, но чел, видимо, мотоцикл не стал брать. Передо мной где-то должен быть. С карабином. А вон он бежит. Ну, это тоже спрей с пулемета, скорее всего. Ты просто с этим пулеметом вот так вот выходишь. Лайфхак. Вот так выходишь, ложишься, и все, и чел испаряется. И все, нет его. Это ж капец. Показываю снова. Он меня заспотал, да? Пудель кучерявый. Понял. Я могу так, на самом деле, сделать full boost. А потом просто большие аптечки юзать, у меня их две. Пудель кучерявый.
Не, в Кимпах все должны быть. Туда тачка приехала. Там на заправке один чел с кем-то дрался. Они все там. Тут типа по-другому не может быть. Они реально все там. На 3 в живых осталось. Один сюда прошел. Заправки чел, скорее всего, где-то тут играет. И все. Попахивает выигрышем. И каточкой на YouTube. Достойно YouTube? Что скажете, плюс чат? Или недостойно? Очень много с пулемета настрелял на самом деле. Ты что, балбес? На 2 зоны. Теперь закон 3. Вы понимаете, что это нереально выжить? Где он? Он уже где-то в другом месте. Он каким-то образом просто убежал оттуда. И у меня один чел, оказывается, еще там есть. Где-то тут. Вот он. Третьей каски. Ну, это сейчас моя мишень номер один должна быть. Этот чел на тачке уедет, пусть получается. Офигеть, а как он так убежал-то оттуда? Вообще не читаю. Этот сейчас будет ждать, пока зона меня будет выдавливать, скорее всего. Или через смоки сейчас будет нашивать. У него, скорее всего, там этот... Блин, ну как же я подставился так? Как я так подставился-то, ё-моё. Тот от зоны сдох просто, прикиньте. Он в смоках, скорее всего, лежит просто. Сколько хае ты мне дал? Так у него утила больше нет. Это прям 100%. У него просто больше утила не должно быть. Это прям переигрывает чел, как будто бы, да? Ну, давай послушаем. Ну, давай послушаем. Сейчас, секунду. Спасибо большое. Спасибо за 300 рублей. Сейчас послушаем. Что-то он прям переиграл конкретно. Я не знаю, типа, он мог убивать меня, просто выходить. Он знает, что у меня зоны нет, а он просто ничего не делает, офигеть. Жесть. Нормально, хорошая катка получилась. Хорошенькая получилась, настреляли ровно. Все, лайк, комментарий.